Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Треть россиян отказались переходить на фриланс. Как сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру», при этом 72% готовы перейти на работу без официального оформления в штат. По информации издания, 27% из них назвали такой шаг очень вероятным. Полностью для себя исключили возможность своего перехода в такую сферу работы только 8% респондентов. Генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий заявил, что такие данные вполне отвечают общей мировой тенденции. По его словам, формы занятости при современной экономике становятся более гибкими. По прогнозам экспертов, через 10-20 лет около 60% трудоспособного населения в мире сможет работать на фрилансе. На этом пока все. Еще больше свежих новостей ищите на сайте mymsk.online. До скорого!